что капиталисты гангстерами хвалятся. Им про нашу мафию покажи кино, и у них от зависти челюсти отвалятся. И у них от зависти челюсти отвалятся. Про отца прокрестного есть у них кино, а ведь он в подметке не годится нашим. Вы бы показали ему наших паханов, и тому папаше место у параши, и тому папаше место у параши. Вот они там грабят и стреляют быстро, и в очко играют на крупный интерес. А пускай попробуют выбиться в министры или хотя бы полковники УКХСС. Гадом буду век мне не видать кино. Их не спруты, это лепят детские, а их не мафия, ну мелкая шпана. По сравнению с нашей мафией советской, по сравнению с нашей мафией советской. Граждане-киношники, мне бы ваши ксивы, в каждом нашем городе ток захоти. Киносериалы, кинодетективы, тонна километрами можно накрутить. Нет, я не в обиду вас побеспокою, можешь мне советовать, вам и не с руки. Но в любой конторе можешь снять такое, что их коза ностра замычит с тоски. Говорят, недавно было в «Крокодиле», что в любом рагу ментов пора снимать. Там они на дело с пулеметами ходили, а майор милиции был крестной их мать. Может, я не все тут толком догоняю, так в соседней камере кореша поймут. Говорят, министров пачками снимают, и теперь останется с носом Голливуд. Нет, в натуре век мне не видать кино. Их не спруты, это лепят детские, а их не мафия, но мелкая шпана. По сравнению с нашей мафией советской, по сравнению с нашей мафией советской.